Приветствую вас, меня зовут Владимир Сметанин и приветствую гостя студии Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского государственного университета. Добрый день, Евгений Альбертович. Всем добрый день. Как день сегодня складывается у вас? Вроде без особых коллизий. Январь пережили, надеемся, и февраль теплый будет. Вот уже весна недалеко. Да. Ну, напоминаю, что если я Евгений Питонин в студии, то мы вспоминаем о вещах, думаю, что многим из нас знакомым, кто-то жил еще в те годы, да, и сам видел, и сам трогал то, что является предметом нашей беседы, о всевозможной технике, о моде мы тут говорили, ну, а сегодня поговорим о тех вещах, предметах, о той технике, которая нас окружала дома, да, на работе, незаметно несколько десятилетий назад, да? Вот живешь на свете, вот думаешь, вроде бы прогресс научно-технический, ну, как-то и незаметно, но вот прожил там 30, 40, 50, особенно 60 лет, и вот чувствуешь... Это сейчас вы о себе, видимо, у вас скоро юбилей. Вот, я так аналогию провел, что если бы я, к примеру, родился бы в начале века, в 1900-м, то сейчас бы был 1959-й. Угу. Вот какой прогресс бы был. Практически конной там какой-то тяги до первого спутника. Ну, а за прошедшее с 59-го и дальше 60 лет тоже многое ушло. Вроде бы вот оно идет незаметно, но действительно уходят вещи, которые когда-то были в обиходе. Мы не будем говорить о технике, об автомобилях, там, о магнитофонах, радиоприемниках. Это у нас все отдельно обсуждалось. А просто вот о тех удивительных мелочах, которые когда-то присутствовали в нашей жизни. Вот буквально на днях на страницах одноклассников выложили фотографию, да ее размножили всюду. Это был удивительный прибор. Старожилы вспомнили, там была масса уже за сотню откликов. Представляете себе такой деревянный ящичек размером чуть побольше телефона автомата, на нем зеркало. Угу. Вот. Там внизу прорезь написано 15 копеек. Вешался он на уровне лица. Вот угадайте, для чего вот такой прибор был. Прибор 15 копеек. Деревянный ящичек, красиво отполированный, 15 копеек. Вешался примерно вот на уровне плеч. Угу. А не угадайте все равно. Не угадаю. Это была брызгалка одеколоном. Вот висел один подобный прибор между дверями в старом универмаге, а остальные, вот я помню, что в центральной бане и, наверное, в остальных банях тоже. Это примерно какие годы? 60-е, даже до 70-х, наверное. Вот бросаешь монетку, и тебе не струя, конечно, но облако одеколона. Хотя можно было... Это в автоматическом режиме. Да, автоматически бросаешь. Можно было расстегнуться, хватало на лицо, надо было зажмуриться и на грудь. Но я помню, что в универмаге даже мужички подходили, открывали, видимо, эти страждущие открывали рот и пытались дозу одеколона заполучить. Вот кто бы сейчас вспомнил, а ведь действительно было, и судя по количеству откликов, то люди забытую вещь, вот забытый гаджет, если можно это слово применить, это как бы и действительно такое было в нашей истории и незаметно ушло. Кто бы сейчас додумался вешать автомат для инъекции воздушной там смеси одеколона? Да никто бы не додумался. Да, удивительно, конечно. И тем не менее, вот в наш музей приносят такие же удивительные вещи, которые когда-то были в нашей жизни, которые были призваны ее облегчить, но на самом деле насчет облегчения, вот, судя по отдельным там аппаратам, это очень условно. Вот такой есть знаменитый у нас архитектор Безверхов. Он недавно нам в музей предоставил такой гладильный пресс. Причем это Ировский завод, если не ошибаюсь, Авито делал эти прессы. Угу. И был предназначен подобный пресс для облегчения работы хозяйки. Но вот судя по кинематике, по трудозатратам туда впихивать белье, которое каким-то крутящимся валиком в одной модели или там прессовалось другой, но, наверное, больше было действительно тяжелее запихнуть белье в автомат, чем просто вручную погладить. И, наверное, вручную уловки хозяев больше получалось. Тем не менее, заводы выпускали, вот была конверсия. Ну, конечно, все были в растерянности, оборонные заводы не знали, что делать. И поэтому переходили на то, что, в принципе, было, может быть, и не очень надо.
Но надо понимать, что вот в каждом доме, наверное, была такая штука. Да нет, у нас не было. И сейчас вот я что-то вообще не наблюдаю, чтобы что-то особенно гладилось. Как-то все автоматически. Рубашки только, пожалуй. Или вот я по традиции, я думал, что принести в студию. Вот из таких вещей. Да, и вот принес вот такая вещь, вот, которая тоже была в нашем обиходе в 60-е, 70-е, может быть, даже в начале 80-х. Вот она по виду и по весу напоминает такой телефон до периода смартфонов, сотовый. Весомый, вот угадайте, что... Это вот коробочка? Там что-то внутри есть? Там внутри, можно сказать, что есть. Есть. Ну, это, видимо... Ну, вот передам это. Это так называемая монетница. Вот смотрите, там советские монеты. Понял. И поэтому вот кому сейчас придет в голову под монеты монетницу? А тогда была вот отдельно там 5-копеечные монеты, столбиком подпружиненные. Конечно, во времена хулиганские, особенно в школах, и когда районы города между собой, мягко говоря, не очень мирно жили, вот эта вещь, она выполняла и другую функцию, кроме запаса мелочи. Полностью загруженная, она весила, обладает довольно значительным весом, и в качестве свинчатки или эстета, вот она... Вполне могла. Хотя в этих использовали чего угодно, чтобы не было оружия. Вот. И такие вещи, и специально я даже потом услышал, что носили как бы огромные связки нужных ключей. На самом деле это просто для веса на цепочке размахивать и драться ключами. Вот шкалеры в свое время тоже использовали. Цена 1 рубль 50 копеек. Да. Боже мой, я радуюсь как ребенок. Я уже 100 лет не видел советских монет, а тут 15 копеек, 20. Ну вот 3, я стараюсь, 10, если попадаются монетки, 5 копеек. Удивительно. Такие вещи. Даже слезу хочется пустить. Монетница, да. Потом я еще приносили такая же вещь сейчас, уму непостижимая, это электрические бигуди завода Лепси. Представляете, набор. Видимо, женщины кручивали на голову эти бигуди, и чтобы быстрее все это завивалось, надо было включить его в сеть, и потом все это устройство грелось, не знаю, как себя голова чувствовала, мозги, наверное, вскипали, но зато прическа была красивая. Вот есть у нас музей электробигуди. Да что там говорить, вот банальные вещи. Вот я вспоминал, что даже сейчас уже далеко не у всех, а у кого и был, отключен стационарный телефон. То есть правильно сказал мудрец, что нынче стационарный телефон нужен для того, чтобы позвонить на сотовый и узнать, где он валяется. Где он находится, где да. Там под диваном заказывается. А в свое время, вот представляете, у нас до 90-х годов была, до середины 90-х была большая проблема с квартирными телефонами. То есть люди желали подключить. Да, но и это дело не медленно. Только в том, что это было технически невозможно. Тут были, видимо, и другие причины. Вот сейчас я о них упомянул. Но в любом случае техническая сторона вопроса тоже имела место. В начале 90-х мне довелось служить в одном большом федеральном ведомстве. И вышел такой солидный федеральный закон, который предписывал иметь телефоны домашние. Мобильные тогда были, они были с кирпич величиной. И можно было говорить 30 секунд, потому что бюджета не хватало никакого. А вот поэтому люди еще хотели установить стационарные телефоны. Вот. А тогда по закону предписывалось начальнику, заместителям и почему-то главному бухгалтеру иметь эти телефоны. И вот отпечатали письмо начальнику. До сих пор заходишь куда-нибудь на сайт какого-нибудь ведомства, там обязательно телефон есть у этого человека. А там не было, ведомство было новое. А телефоны надо было установить по закону. И вот начальнику телефонной станции отпечатали письмо и поручили мне его доставить, потому что я был, в принципе, из местных, в городе ориентировался. Я наглым образом впечатал свою персону, потому что у меня тоже не было телефона в конце, после всего этого начальства. Вот отнес. Через месяц приходит ответ, что начальнику замом главбуху не положено, а Петунину вроде бы по техническим условиям можно установить подходит. Этот телефон, подходит. Домашний, да. Секретарша спрашивает, что, а что делать с письмом-то? Ну, ладно, мы его немножечко потеряем, я думаю, что тут забудут, а если чего, то и потом повторно пришлют. И я побежал на эту телефонку, и вот представляете, меня заставили заполнять кучу бумаг,
это, наверное, было равноценно выезду за границу в советское время. В том числе я писал обязательство, что я не буду использовать телефон в антигосударственных, в террористических и иных нехороших целях, преступных целях. То есть не будете звонить. Да. И вот, видимо, из-за этого вот маразма, из-за этой шпиономании и суперсекретности советским людям тормозили домашнюю телефонию, чтобы это люди бесконтрольно разговаривать. Вот, конечно, у меня аналогия, что если все пойдет сейчас, то по всяким законам мировых и т.д. и т.п. скоро при покупке каждого смартфона люди будут заполнять подобную бумагу, что они обязуются не говорить там на экстремистские, террористские темы по своим аппаратам. Да, Евгений Олегович, современные смартфоны можно их и отследить, и отслушать. Можно, но тем не менее, возьмут, но ведомство такое. Самое интересное, что телефон был не прямой, а через соседа, и принесли мне такую коробочку, называлась она, вот кто сейчас помнит такие телефоны с уплотнителями в советские времена, назывались она АВУ. Я до сих пор не знаю, что такое АВУ. Видимо, аббревиатура. Какой-то автоматический высокочастотный удовлетворитель или что-то в этом роде. Подключили через соседа, потому что никак нельзя было. А потом, вы знаете, вот внезапно никто не ожидал, видимо, на этих телефонных станциях, что наступит эра мобильных телефонов. И потом они начали, я помню, еще в нулевые, везде писали письма, уговаривали, ради бога, сделайте одолжение, поставьте стационарный телефон. Да не хотим мы ставить, тем паче, там такие были ломовые тарифы на эти телефоны. Вот так вот прошла у нас незаметная эра домашних телефонов. Когда хотелось, их не было, а когда не надо стало, то уже пытались навязать. И не только это, многие. Ну, что еще можно вспомнить из домашнего обихода? Конечно, были квартиры, может, даже и сейчас где-то они с газовыми колонками. Вот в большинстве сейчас, даже вот кому сейчас 30 там и меньше, они не могут представить, что чтобы там помыться в душе или на кухне помыть посуду, надо было включить какое-то устройство, работающее на газе, поджечь спичкой, а потом уже поступала горячая вода. Хотя с учетом того, что вот постоянные перебои с водой в нашем городе, может быть, вещь полезная. Не, но сейчас, да, эта идея развивается сейчас. Но в старых домах, наверное, остались. Многие считают, что автономное отопление, подогрев воды намного лучше, чем... Но сейчас и импортный, и дизайн какой-то, и компактный, не занимает места, но когда такая висела огромная балда на кухне, занимающая там целый угол, да еще горела, да еще люди угорали. Сколько было трагических случаев в ванных комнатах. Ну, также, конечно, можно вспомнить, но это уже более отдаленная эпоха, это о примусах. Вот сейчас они предметы старины, красивые, латунные, но я еще застал эпоху коммунальных квартир, когда были общие кухни. Были уже и электроплитки, но считалось, что электричество дорого, поэтому керосин дешевый, были керосиновые лавки в городе, вот поэтому еду готовили на примусах. Было три разновидности, это примус, ирогаз и керосин. А в чем они различаются? Тут, ну, устройство, конечно... По силе горения, что ли? Примус – это смесь воздуха с парами бензина или керосина. Ирогаз — это, видимо, до газообразной смеси, что это самый жуткий монстр был, огромный такой. Керосин — это, по-моему, на фитиле просто. Пропитанный фитиль. Я могу и ошибаться, но вот такое устройство тоже вот ушло, все это, и как-то вот я думаю, что еще обитатели коммунальных квартир застали эти застеленные клеенки. Вот, кстати, тоже ушло из обихода клеенка. Даже у Высоцкого в песне было: «Мне клеенку с Бангладеш привези». Клеенка на столе. Клеенка, да, на столе. Это такая вот липкая субстанция была, типа скатерти. Даже при дефиците плит и обоев и всего прочего оклеивали кухни и ванные комнаты клеенкой. Вот я помню, вот, наверное, тоже вот внезапно ушло. Где сейчас клеенка продается, кто покупает? Но есть одноразовая скатерть, очень похожая, но, конечно, такого нет. А я помню, в детстве был в доме одной бабушки, у нее обои на стенах, они были на кнопки канцелярские, приделаны. Не клей, а кнопки. Ну, дом деревянный.
Ну, у меня приятель тоже, он обои не знал, как приклеить, он просто прикнопил. В деревянном доме у него стены вообще бревенчатые изнутри. Ну, что делать? А мебель советской эпохи уникальная? Ведь все знали, что эти обязательные вещи там должны присутствовать. Комод. Мебель, да, она была удобная, это раз. Второе, она была из древесины натуральной. Вот у меня такой хранится семейный шифонер. Я однажды его отодвинул и обнаружил там лейбл такой, то есть этот шильдик или наклейка, написано «Филейская мебельная фабрика, 1956 год». Ого. Ну вот когда, видимо, заводы стали на полную мощность работать, 50-е годы, массовое заселение в сталинские дома, там, в коммунал и куда-то, то потребовалась мебель. И поэтому при каждом заводе, видимо, такое вот побочное производство было, в том числе даже, оказывается, была филейская мебельная фабрика. Ну, вот это уже предметы старинные сейчас. О мебели можно говорить бесконечно. Очень жаль, что и до того ушла дореволюционная мебель. Вот у нас просто все вместе раздали на даче и выбросили вот эти гнутые венские кресла. Ага. Были, ну, стулья тоже там, и это остались, были... огромные буфеты с резными стеклами, там, с виноградными гроздями. И на смену пришли какие-то хилые серванти из пресс-опилок. Вот. Еще я думал, что можно найти. Где-то вот дома валялся гаджет, я тоже хотел прихватить, но позабыл. Вот сейчас уже ушло. Помните, такое было время, когда с бидонами, а бидоны это такое цилиндрическое, что-то такое длинное, сосуд для... молока, там, жидкости для пива. Вот с такими бидонами ходили за молоком в магазин. Ну, за квасом тоже летом ходили за молоком, а потом это молоко магазинное надо было кипятить. А кипятили либо в стеклянных мисочках, либо в обычных. А чтобы оно не убежало, чего делали? Был такой сторожок, это такая железяка диаметром сантиметров, наверное, 8, а в виде спираль. И вот для чего она нужна была, что когда молоко, закипает. Если хозяйка, например, гладила гладильным прессом и отвлекалась, то этот сторожок начинал в молоке дребезжать. Угу. И поэтому надо было бежать через всю хрущевку на кухню, чтобы убавлять, короче, да, спасало. Да. Спасало плиты. Ну, у школьников тоже была, конечно, масса гаджетов, которые нынче забыты. Вот в том числе каждая тетрадь, не только она заканчивалась там клятвой советских пионеров, она и начиналась розовой либо голубой промокашкой. Да-да-да. Вот это писали сейчас. Это вот я до сих пор не представляю, как это вот было массовое производство тетрадей. Неужели вручную промокашку эту надо было туда вкладывать? Да и поля сами чертили. Еще было, писали, когда перьями была перчистка, это даже был предмет гордости. Гордились, видимо, не меньше первоклассники, чем сейчас какими-то своими телефонами. Вот. Были круглые, там прямоугольные, такие красивые перечистки. Ну и, конечно, из ушедшего следует чуть-чуть отметить. Ну и это отдельная тема, но тем не менее, сейчас я и скажу, это, конечно, пленочная фотография. Уже ушла та, когда ночами сидели в ваннах, на кухнях, заклеивали. Я в бане сидел. Окна, да, и печатали фотографии. Теперь вот даже просто при всем желании не найти химикатов и чего-то, и... многие даже и не представляют, вот как это было сидеть ночь, чтобы несколько, особенно начинающих фотографов, мутных фотографий напечатать. И даже когда не хватало глянцевателей, то клеили с этой целью на стекло, а потом это должно было отсохнуть, но почему-то они отсыхали. Не всегда еще и гибли, поэтому... Но у нас есть в городе все-таки люди, увлекающиеся сборной советской фототехники, старые еще. Есть. Ну, были найти, маститые фотографы, например, там, я знаю некоторых, которые еще 10 лет назад, ну, 15, скажем, говорили, нет, там, цифра – это баловство, настоящее искусство – это только пленка, но мне кажется, что и все-таки они… Это всегда, понимаете, вот консерватизм, он присутствует, когда появились цветные телевизоры, говорили… Нет, мне не надо, это плохо, они настоящее искусство, зрение портят. Черно-белый, зрение портят, зачем мне это надо? Потом стали появляться эти же телевизоры тоже. Нет, они хуже. Да, господи, какая разница. Технический прогресс все равно берет свое. Да, это может быть вот что-то. Мы дожили до паузы или еще нет? Ну, можем, в принципе, прерваться на паузу сейчас. А дальше мы продолжим, что было в офисах. Уже рабочие. То есть о квартирных, наверное, гаджетах мы так немножко вспомнили. А
теперь вот я просто думаю, что после небольшой паузы можно... Давайте да, о том, что окружало на работе, собственно, советского человека. Давайте прервемся. Вспоминаем сегодня в программе предметы быта советской эпохи, то те вещи, которые нас окружали, и которых нет сейчас уже, да, вот лежит по-прежнему перед нами с Евгением Петуниным, вот эта монетница. О чем вот будут вспоминать через 50 да. лет о нашей эпохе? Интересно, наверное, что было, наверное, вот достанут, скажут, о, ноутбук, еще 1D, там, у нас сейчас 8D, у нас вообще сейчас картинка в воздухе висит, а тогда вот смотрите, музейный раритет, это, ну, хотя вряд ли там, а, кстати, но что-то останется. Про ноутбук я вспомнил, два года назад, да, нет, больше уже, в Москве, и Тартас, там у них выставка старой советской, ой, не старой советской, а вот первой еще офисной техники, вот эти, в том числе ноутбуки первые, огромные такие, ну, очень интересно. Ну, мы сейчас где-то, видимо, об этом тоже будем говорить. Ну, не знаю, это если дойдем, если время не хватит, о компьютерах мы, о более древних вещах. Сейчас вот офисный планктон, приходя в свои офисы, да и не только планктон, и служивый люд там, и госслужащие, и прочее, приходя в свои офисы, зачастую думают, что так оно было всегда, то есть... Было удобство, были и это множительные машины, были компьютеры, было все там, сканеры, принтеры и прочее. Да ничего подобного. Даже 25 лет назад, даже 20 этого и не было вовсе. Вот, и даже не представлялось, что может быть. Все было совсем по-другому. Там, ну да, на рабочем месте был стул. И в лучшем случае, если человеку много приходилось... выдавать информацию, пишущая машинка, это было все. Например, что-то, если надо было размножить, то не было никакого ксерокса. В конторах поменьше была секретарь-машинистка, которая печатала через много-много листов копировальной бумаги. Обычно получалось у самых таких вот продвинутых машинистов до 6 копий, хотя 6 уже почти не читалась. Обычно 4 копии печатали. Вот, и поэтому не все же владели, да и не требовалось это от сотрудников. Вот я вот когда после института работал, например, в одном управлении здесь, в Ирове, то ты пишешь документ и тащишь его секретарю-машинисту. А потом целый день ты ходишь и спрашиваешь, ну, а у меня готово? То есть ты ничего не делаешь, ты ждешь, когда у тебя напечатают. Несчастный листочек. Она так показывает такую стопку. До чего вот у меня учат, да еще начальник принес. Жди там в лучшем случае вечеру, а то и завтра. А как выглядит этот аппарат, на котором, собственно, машинки были? Где-то были и старые, еще даже с переделанными шрифтами, Ундервуды немецкие и прочее, Олимпии там, и Империалы. Где-то были советские уже оптоники, электрические машинки, но все равно вот. А в конторах, где было много документов оборота, были целые марш-бюро. Работа была, конечно, убийственная. Вот это вот сидеть целый день в грохоте, это и пальцы разбивались, и даже вот постоянно стучать, даже когда на компьютере набираешь там больше 2 часов, и то руки устают, а представьте, долбить на машинку. Хотя были старые машинистки, вот в редакции одной областной газеты работала такая, чуть не с довоенного времени старая была машинист, она предпочитала только немецкие машинки с очень тяжелым ударом. Вот у нее курила она папиросы Беломор, вот она печатала не глядя, очень быстро. А так вот на электрических машинах было целое марш-бюро, вот сидели 10-12 женщин в страшном грохоте, они что-то вот плодили, потому что страна была забюрокрачена и постоянно. Ну, в советских фильмах можно видеть. Ну, можно, да. И сейчас эти машины есть, в принципе, можно и вспомнить, может. Но самое интересное, что это тоже все было засекречено, и даже при выпуске каждой машины из завода образцы шрифта хранились в соответствующих структурах типа КГБ, что если кто-то, не дай бог, какую-то листовку антисоветскую, то всегда можно сопоставить, а то как им отследить. Однажды даже, на каком однажды даже был целый брифинг в нашем КГБ, где они рассказывали, как таким образом какую-то машинку в каком-то районе вычислили, где какой-то, похоже, не совсем трезвый гражданин просто с дуру что-то напечатал. Вот целая структура, там армия
силовик УФ работала по вычислению этой пишущей машины. Ну, а еще хуже было, когда надо было что-то уже в промышленных масштабах, это на заводах и где-то. То есть, ну, представьте, серакс это, ну, все это ящик такой небольшой, один человек может его переставить куда-то, да и копии там, в принципе, хорошие. Но а в свое время были такие термины, не размножить, а вот не поверите, отэрить или отремить. Отремить. Потому что основные два самых известных советских аппарата, это были, назывались они РЭМ или ЭРА. Это вот если представить такого монстра, это надо было отдельный кабинет такой иметь. Монстр размером, ну, с рентгеновский аппарат, вот, наверное, даже побольше. Должны быть обязательно затененные окна, потому что на свету вся эта дребедень не работала. Вот туда относили документы, причем зачастую, не знаю, там причем печатала эта фигня не на белой бумаге, а большие листы именно вот на такой, на розовой бумаге синим цветом, а тонером служили маленькие микроскопические стеклянные шарики, которые, видимо, пропитывались краской, и потом как-то вот это. И поэтому надо было заполучить кучу разрешений, там, в том числе в первом отделе, что размножить там чертеж или какой-то документ на этой эре или реме, и вот идешь там, обычно обслуживали этот советский серакс, доксерокс, точнее, две дамы, сидели они в полумраке, вот выключали свет, брали документ, там пахло этим озоном, потому что там, видимо, было высокое напряжение, что-то светилось, и потом выдавали какое-то вот что-то такое мутное. Но иногда можно было, вот если договориться, вот я помню, что в 80-е годы был такой молодежно-студенческий журнал «Ровесник», и там вдруг стали печатать биографию Битлз, авторизированная биография Битлз, с картинками красиво, ну, или выходили книги, например. Ну, естественно, там, хотелось заполучить экземпляр себе. Сам издат, там, да. Или вот Высоцкого, этот «Нерв», или, да, «Нерв», по-моему, книга, и надо было как-то вот копию снять, потому что книгу, ну, ничего, или, ну, либо был у приятеля, и поэтому вот я договаривался, скажем так, на одном заводе, не очень оборонном, на периферии города Ирова, мне там давали пароли, явки и адреса, но это стоило, видимо, все-таки, ну, сколько это стоило, но не запредельно, поэтому вот я как-то проходил на территории, сейчас не помню, видимо, тоже пропускали, и вот я топал в это святая святых, где, чтобы получить допуск, вот эти женщины, они должны были пройти там в милиции многослойное анкетирование, что они несудимы, родственники несудимы, за границей не были, на оккупированной территории не находились, и т.д. и т.п. Только морально устойчивы в быту, в общем, порочащих связей с детьми не имеют. Да. Только тогда и допускали работе. Тем не менее, после определенного вознаграждения вот эта моральная стойкость, она расшатывалась, и поэтому я приносил свои журналы. Ровесник сидел там где-то в уголке, поэтому, отложив чертежи, мне печатали, конечно, с мутными, еще текст получался, фотографии были мутные. И вот это были такие машины РЭМ и ЭРА, вот, и поэтому ходили отремить и отэрить. Вот. А чертеж назывался «Синька», потому что он был не белый, вот он именно на какой-то типа миллиметров и синим цветом, поэтому «Синьки» принесли в отдел. Смотреть нет еще эрит. Вот. Вот такой был. А в конторах похуже, вот, например. Где сейчас интересны эти РЭМы и ЭРы? Ой. Они утилизированы. Ой, так жаль, что утилизированы. Утилизированы, мне, да? Мне вот так хочется в музее, вот если мало ли, где-то у кого-то на периферии, может быть, случайно в запасниках, если не сдали металлолом, то как бы хотелось в наш технический музей Вятского госуниверситета иметь подобный аппарат для истории, просто сохранить. Честное слово, что ничего эрить и ремить нелегального не буду, просто поставлю в угол, чтобы стояли. Ну вот. Да, конторы поменьше. Да. Конторы похуже, там вообще был мрак такой, я не знаю, откуда это, наверное, пошло от революционеров. Вот мы сидим вот, да, вот здесь на углу Московской и Дерендяева. Вот чуть подальше, вот если, ну, прямо вот 100 метров от нашего окна, это примерно на месте входа
в правительстве Кировской области был маленький деревянный дом, где была подпольная типография революционеров. Там, по-моему, висела табличка, может, и сейчас висит, что здесь. Вот они печатали, вот о чем я, что в конторах похуже были устройства для печати, которые, вот, в принципе, от этих вот подпольных революционных типографий не, мало чем отличались. Это уже было в 80-е годы. Например, в управлении лесного хозяйства, нынче департамент лесов, был целая комната, называлась ротаторная. И там была такая женщина в синем халате, измазанном чернилами, и все. И был такой барабан, ну, диаметром, наверное, сантиметров 70, и была к нему приделана огромная ручка, типа как у мясорубки. И все это чем-то намазывалось, и вот эта мадам, она крутила. Вот, барабан был, как бы вращался он в горизонтальной плоскости. Ну, вот как вот этот асфальтовый каток ездит, вот чуть поменьше, вот она крутила эту ручку, и там почему-то надо было вначале сделать бумагу воспровку, то есть специальная была такая желтая навощенная бумага, и на машинке вслепую печатали текст. То есть текста не было, были только от клавиш машин и дыр, и вот от этих литеров пробитые. А потом эту воспровку куда-то наклеивали, и через нее краской вот она печатала первый оборот машин, и черные листы, вторая, чуть там почернее полосами, третья, уже совсем только клякса отдельный, четвертая, шрифт начал просматриваться, пятая, ага, грязный шрифт читается, и вот дальше, вот раз, вот эти листовки вылетали, вот, наверное, может быть, без барабана, но принцип был подобный в такие же, вот, этот ротатор тоже, чтобы устроиться, надо было пройти через такое сито спецслужб, чтобы попасть, вот, и вертеть ручку за 100 рублей советских такого барабана, это надо было попасть. Вот еще тоже ушла такая техника, вот даже в том ведомстве, где ставили телефоны, еще даже была, то есть ее где-то добыли, и стояла она в отдельной комнате, это был аппарат для связи, назывался телетайп. Я уж, это было еще... Слово на слуху, пока. Да, это еще было до факсов. Связь такая, факсы вот тоже стали появляться. И тоже ушли факсы, тоже история. Сейчас вот где-то я видел в эмиссионном магазине эти фоксимильные телефоны стоят. Это, наверное, ну, может быть, где-то в глухих районах еще факсы передают. Так вот я не помню. А у нас даже в 92-м, 93-м году вот были эти телетайпы, то есть... Это, скажем так, такая стоящая на полу огромная, подключенная к сети, к чему-то пишущая машина, где человек садился, там была встроенная клавиатура, со страшным грохотом набирала где-то, например, в Москве, вот это напечатанное. Текст выходил, собственно. Да. Да. Это уже одно из забытых устройств. В основном, конечно, в офисах все у нас было подвержено... И задачи были нацелены на какой-то документооборот, то есть большинство ничего, конторы управлений, трестов, всяких там министерств не производили ничего, кроме бумаги, вот поэтому акцент и получился такой на множительную технику. Вот, а уже такие машины, как вот это, резко в лапшу, там ненужные документации, это вообще было уму непостижимо, это все вручную, конечно, делалось и истреблялось. Даже когда стала появляться вот эта импортная техника, множительная и прочее, там был такой знаменитый анекдот, когда младший научный сотрудник там секретного учреждения свой там секретный этот доклад приносит, размножить секретарша, она это, занята на машинке, что-то печатает, говорит, вот давай сам. И он его вместо... принтера в эту лапшерезку отправил. И жду, говорит, когда копии с какой стороны появятся. А там уже все порезано. Да. Еще интересно, конечно, газеты печатали. Вот тоже были такие же аппараты на смену вот до такой, скажем, эры пластиковых, серых, белых, компактных, имеющих дизайн аппаратов. Почему-то все они были монструозные, что вот эти Рэмы и Эры, что вот, ну, телетайпы поменьше, остальные тоже были огромные, ужасные, шумные машины. Вот для производства газет назывались они линотипы. Вот тоже очень жаль, наверное, сейчас ни в одной сельской типографии, там, ни в каких уменах там и прочих не осталось, хотя списали, вот тоже бы, конечно, хотелось бы найти линотип.
для производства газеты. Эти были огромные такие устройства, тоже в них была как бы встроена клавиатура от пишущей машинки. Сами они были, вот, ну, если я, наверное, вот как мы сидим в студии, друг на друга поставить, это сколько высота? 4 метра. Угу. Получилось бы, вот, наверное, влезло бы до конца. И представляете, человек, например, нажимал на клавишу с буквой А, там, где-то вверху этого линотипа и пел такой, подогревался и пел специальный чан с таким металлическим раствором, типа олова легкоплавким. Ага. И вот открывалась какая-то задвижка, и эта капля вот этого расплавленного олова, она летела вниз куда-то, падала, по ней там ударялась специальная матрица, выбивала вот эту букву А, и потом эта вот штука, она ехала куда-то в бок и останавливалась. И вот потом надо было нажать вторую клавишу, там, букву, и так же снова падала эта капля металла, снова ударяла по ней матрица, выбивала эту букву. И представляете, там, если уж мы говорили о несчастных машинистах в Мажбюро, то эти, ну, они в берушах, правда, сидели, эти несчастные линотиписты, вот, которые также вот сидели, там же не только у них в голове была вибрация, там сама эта машина и даже бетонный пол в типографии, он после каждой этой буквы напечатанной, это все подпрыгивало. Даже подходишь, там бум-бум-бум. Это вот можно сравнить, как вот расшатывали, вот где сейчас это, какой-то банк, вот учреждение, где раньше было Зоовет-институт на территории Маяка, вот где сейчас там кафе и прочее, вот, вот там ставили эти машины, прессы, вот этот дом практически расшатывали. Тут эти линотипы бы не каждый выдержал. И еще на моем веку, вот когда удалось застать, о чем еще вспомнилось сегодня, это когда не было электронной почты, когда еще ничего такого, то в больших конторах была пневмопочта. Да-да-да, то есть когда по трубе. Да, что-то по трубе, набрал, да? У тебя была в стене дырка, и оттуда выходил патрубок. И были такие круглые цилиндры пластмассовые. Угу. И вот ты, например, что-то там написал, надо отправить куда-то, чтобы по этажам не носиться. Ты упаковываешь в этот пенал, всовываешь в эту почту, она его заглатывает, и там телефон такой набираешь, там, ну, какой-то трехзначный или какой-то номер, и у тебя эта штука улетает. Но улетает-то ладно, а когда прилетает, то это тоже убийственно, потому что мы ставили книгу специальную, чтобы вот она прилетала, и у зашедшего в кабинет кондрашка не случилась от этого удара. Вот так и жили в шуме, в грохоте. Вот в таких вот условиях офисных, а по сути дела вот мало что изменилось, и одно интересно, что изменится еще через полвека, и как это все будет выглядеть. Безусловно. Спасибо большое, Евгения Питулина, историк, краевед, руководитель музея ВИАТГУ, такой экскурс. Совсем еще недалекое прошлое мы сегодня совершили. До новых встреч. До свидания. Спасибо.